27 октября матчем «Алания-Владикавказ» с «Арсенал Тула» стартует двухдневная программа 16-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ. Уже в ближайшую субботу, 28 октября, махачкалинская «Динамо» на выезде сыграет против подмосковных «Химок». Начало матча намечено на 18 часов. Перед очередным туром подопечные Курбана Бердыева лидируют в турнирной таблице. «Химки» с 25 очками расположились на пятой позиции.